друзья, всем привет! Всем привет! Ребят, сегодня мы едем в Ялту. И остановились показать вам этот обалденный вид на гору Четырдак. Мы вечно обычно проезжали это место, но сегодня мы решили все-таки его не проехать, а остановиться. Да, и показать вам. Видите, какой перелив сейчас идет деревьев. Надо, наверное, ближе туда подходить. Я не знаю, видно вам, нет, но перелив есть, там красные, зеленые, желтые, да, деревья. Ну, супер. Там начинается, а мы сейчас с вами выйдем на набережную и прогуляемся по набережной Ялты. Кафешки. И сразу меню. Давайте я вам меню покажу, чтобы вы видели цены. Вот кому интересно, ребят, ставьте на паузу и смотрите. Ленечка, не отставай. Давай, давай. Класс. Ребят, посмотрите, растут банановые пальмы, финиковые. Красиво, прям в ботаническом саду. Сквер имени Калинина, город Ялта. Ага, да, прикольно сделали. Ну, не прогуляться по Ялте, конечно же, тоже. О, да. Спорт превыше всего. Ну, в Ялте прохладненько сейчас, да? Особенно прохладненько. После моря, конечно. Играет уличная музыка. Оркестр. Так, это ресторан «Апельсин», да? Да. Красиво. Вон, посмотрите, ребят, докуда волны доходят. Мы как-то тоже попали так под волну, когда волушки были. Пришлось камеру в ремонт сдавать. Накрыло волной нас, камера намочилась. Так, ну ветерочек, я тебе скажу, да, такой прохладненький ветерок. Вид на гору. Нет, стоит корабль, смотрите. Видно, он скоро отправится в сторону Турции, да? Туда они обычно отходят. Круизные, да, такие лайнеры? Может, дальше, может, в Грецию. Ну, интересно, конечно. Представляешь, как будто тоже плывешь на этом красивом лайнере, заходишь в ресторан, вино, либо шампанское тебя наливают, да? Бабулечка пошла в пляс. Да, люди отдыхают весело. А Ялта, она, наверное, круглый год, да, пользуется популярностью.
бабушка зажигалочка, она именно зажигает. Вон туристы из Китая или из Японии. Может, скорее. Тоже, смотрите, снимает паренек на камеру. Мы сегодня вообще приехали сюда так спонтанно. Андрюха позвонил Домодедовский, говорит, я уже сегодня приехал в Ялту, а есть желание, приезжайте. Хотелось бы, конечно, встретиться еще с ребятами, вот, с кривыми глазами местных, но, сами видите, мы так засиделись до вечера, что просто даже не было времени позвонить. Вообще не было времени даже позвонить. Мы еще поздно выехали, пока решили все дела. Вот, но Ялту мы вам вечернюю покажем. А вы куда ходили, Алёнушка, когда я был в офисе? Ходили туда-сюда. Единственное, ребят, возможно, ветер будет задувать сейчас микрофончик, но почему-то, когда я включаю петличку, камера начинает просто-напросто ключить и отключаться. Я не знаю, с чем это связано. Уже 3 раза давал ремонт, но мне ее так эту причину и не убрали. Да, и не устранили. Как же побывать в Ялте, не запечатлеть, да, этот момент? Конечно. Не, ну супер, он прям такой вид. Это Четырдак, да? Что не могу понять, что за гора. Нет, это еще Четырдак, он, да. Не знаю, не помню, друзья. Что-то я вообще... Вода, наверное, градусов 20, я думаю, она еще не остыла. Думаю, она еще тепленькая. Ну, а там уже как по погоде. Если уже похолодает или будет низовка, конечно, шторм, то вода уже резко понизит температуру. Пойдем поищем. Плохо, камушек нет. Не, они все забетонированы. Друзья, детям приходится камушки выдирать с бетона, чтобы покидать воду. Чтобы вы понимали, какие здесь волны бывают. Вон, видите, вода стоит сейчас на аллейке. Кто, да? Большой? Да, да, большой. Князь Владимир. Ага. Ну, у тебя зрение лучше. Ты у нас зоркий глаз. Друзья, как хочется сказать, вот там вот наша квартира на 2-м этаже с видом на море. Купили мы ее недавно. Да? Тебе нравится квартира, в которой мы пробуем? Ванечка! Сейчас тебя волной прикроет, и будешь мокрый ходить. Вон, смотри, какие камни. Да, я маяк показывал, но когда он так особо не светился. Прогулочный катер сейчас подходит. Видно, идет со стороны каких-то достопримечательностей. Выходит в море, да? Вау, Вань. Смотри, сейчас якорь спустим.
одну часовую прогулку к замку Ласточкино на гнездо. Ваш теплоход посадку будет производить с причала номер 8. Билеты в кассе номер 1. Касса находится внизу в рисунке. 10 минут до отправления теплохода. Цены на билеты снижены. Друзья, ну дальше у нас там яхты стоят. Видно, частные. Яхт-стоянка. Не нашинские. Султан-Мултан. Ну, от кафешка видишь, это. Ленечка, ты сильно туда не подбегай, видишь, как волны бьют. Так, ну сейчас поднимемся с вами повыше. Я думаю, то дальше не будем идти, потому что уже темнеет. Засиделись мы в офисе Да Винчи. Сейчас пойдем туда. И пойдем уже в машине. Давай, я помогу тебе. Давай. Давай. Красиво в Ялте, а вечером вообще прям все светится, моргает. Люди, он розы продают, цветочники, людям. Пойдем, сынок. Вот салоны красивые, салон красоты. Прям курортный город, жемчужина Крыма. И вот, друзья, сейчас с вами прогуляемся по верху набережной. Кафешки, Ялтинский дворик. Вот кто, кому лень ходить, можно и покататься на самокатах электронных. Понимаешь теперь? Вот дети падки на эти шарики моргающие. Но по сути там ничего такого прям нет. Шарик с светодиодами. А вот и уличные музыканты, которых мы слышали возле моря. Да, посмотрите, ребят, трясли пингвина. Регги, ребят, ялтинская регги. Поднимает настроение всем отдыхающим, которые слышат эту музыку. Музыка солнца. Thank you.
Слушай, это бабулечка, которая там танцевала, он в розовой кофточке. Сейчас пошла регги танцевать. Да, да. Надо разнообразить. Ну да. Бабушка от одних уличных музыкантов к другим ходит и танцует. Так, неудобно снимать. Венечка, давай. Набережная достаточно большой протяженности и уже темнеет, нам надо ехать. Мы, на самом деле, потратили много времени, конечно, но получили важную для себя информацию, вот, которая будет нам полезна. Вот, собственно, вам Андрей про нее и рассказывал. Подышали мы свежим воздухом морским, чистейшим воздухом южного берега Крыма. Купаться, конечно же, уже мы не купаемся. Не рискуем. А вот так как уже прохладненько. Ну, я вам скажу, получили удовольствие прогуляться даже по набережной. Пускай даже не по всей набережной, но этого нам хватило. Как бы. Ну, достаточно, да, зарядиться ялтинской энергией. Да, ну а в следующий раз приедем уже подышали, да? Все, сейчас идем к машине, друзья, и едем домой. Кому понравилась вечерняя набережная города Ялты, пускай даже не всей набережной, которую вы хотели увидеть, друзья, ну, так, знаете, вышли, можно сказать, вышли так с вами, прогулялись вечерком перед сном. Все, всем пока-пока. Всем пока. Давайте, друзья. До новых встреч. И кто не подписан, подписывайтесь на канал, ребят. Ставьте лайки. А мы поехали дальше. Пока-пока.